Ребята, всем привет! С вами я, Софи Шайн, и вы на моем канале. Это очередной влог, и сегодня мы идем на вечеринку как блогеры в Рек-парк. Там будет очень много блогеров, будет вечеринка, открывается новая локация Лайки, поэтому нас пригласили. И сейчас мы собираемся. У нас с мамой вообще очень расходятся вкусы. Я хочу надеть одно, она говорит, то, что я буду вообще не яркая, мне надо надеть другое. Поэтому выиграла мама. Смотрите мой лук. Как вам? Пишите в комментарии. Мне на самом деле нравится. Сначала я была очень-очень против этого варианта, но мама сказала, то, что это вообще безумно круто. Будущее у меня такая яркая. Ребята, мы уже в авиапарке, приехали на вечеринку. Пойдемте. Помнится, ты с кем-то здесь женилась? Да. Так, смотрим. I'm going out my mind. Give me some time. Да ладно. Ютуберы, ютуберы видят издалека. Так. Привет, девчонки! Привет! Ура! Это ваша? Нет. Теперь наша. А, такая. Пуси, пуси, пуси. Ты такой милый. О, такой милый, собачка. Дочь, ты что, деньги давай, пересчитываешь? Давай руку. Что за тишина? Ты нормальный. А ты нормальная? Соня, что ты пожелаешь моим подписчикам в новом учебном году? Дофига актеров. Еще что? Чтобы вас любили учителя. Это самое главное. Да. Что ты пожелаешь моим подписчикам в новом учебном году? Счастья, здоровья и хороших оценок. Добрых училок. Да, это все желаю. Обязательно хороших оценок, чтобы учились хорошо во всех предметах, чтобы вы меня поняли. Да, отлично. Мы три Сони. Сидим в мусорке. Да. Есть два типа людей. Такая Соня. Есть три типа людей. Соня в мусорке, Соня в мусорке, Соня в мусорке. Да-да. Я не знаю, как я так сделала. Бомжи, сидим в мусорке. Видно стало. У нас в мусорке ловит Wi-Fi. По башке себе постучим. Соня, блин, все нормально? Чё? Соня. А, ребята, нужна помощь. Бошку разнеси кого-нибудь. Блин, Соня. Соня, аккуратно. Доча пострадала на съемках видосов. Это лед апельсиновый тебе специально дали. Спасибо. Для твоей шишки быстро прикладывай и держи руки. Кошмар. Бедная просто. Вот бедная. Так заканчиваются. Да, не говори. Съемки. Бедненькая моя. Боец. А все думают, что да, блогерам будет это чуть-чуть. Да, это только Кока-Колу пить, да, Зеро? Да. Вообще. Инсайт сегодняшнего дня. Если видите деньги, не обязательно лезть за ними в помойку. Как сделала Соня и получила блог. Ярослава, пожелай. Дубль 2. Ярослава, пожелай что-нибудь моим подписчикам в новом учебном году. Сюда, сюда, сюда. Много денег желаю. Вот смотрите, видите, у нас на полу деньги валяют. Вот столько же желаю, только в два раза. А, это типа школьникам? Да. Чтобы побыстрее каникулы начались. Мама, помоги нам видео. Да.